Энергообъекты поселка Кахем в Туве будут реконструированы, для чего выделяется 733 миллиона рублей. Совет директоров Россети одобрил инвестиционный проект по строительству и реконструкции электросетевых объектов в поселке городского типа Кахем в Туве. По данным властей региона, в 2017 году бывший гендиректор Россетей и глава Тувы договорились решить одну из острых проблем крупного пригорода Кызыла поселка Кахем, который несколько лет оставался неподключенным к региональной энергосистеме и фактически жил без света. При этом в поселке проживает более 3000 человек. В Кахеме предполагалось строительство новой подстанции и линии электропередачи. В результате общая мощность трансформаторных подстанций должна возрасти с нынешних 3,7 до 6,2 мегаватт. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 50 копеек, евро 70 рублей 57 копеек.